Санитарный и масочный режим вот уже не один месяц существует на предприятии Нелва. Соблюдая все правила безопасности, трудятся более сотни специалистов. Сегодня основная работа сконцентрирована на двух цехах, где создаются выкройки и где проходит непосредственный пошив. Мы работаем в одну смену с 7 часов до 3 часов. У нас вышли все люди, которые работают на нашей фирме. Человек 70-75. Вот. Независимо от того, это или утюжильщицы, или это контролеры, или это швеи. Мы все работаем, все шьем. Сегодня в производстве основной упор делается на изготовление медицинских костюмов. Только их около 5000 штук кроят в день работники Нелва. Уверены, это не предел. В настоящее время мы выполняем большой заказ республиканского унитарного предприятия «Биомедтехника» на комбинезоны. Эти комбинезоны мы поставляем в Минск, а впоследствии они распределяются между медицинскими учреждениями. Вот. Также мы дополнительно еще прошиваем заказы наших учреждений здравоохранения по Брестской области. Они тоже к нам поступают на разного рода вот эту медицинскую одноразовую одежду. И еще работаем с пищевой промышленностью, которая сейчас тоже необходима в большом количестве, вот эти одноразовые средства индивидуальной защиты. Вот, еще работаем также с ними, с нашими предприятиями области. В ближайших планах увеличить еженедельный выпуск до 15 тысяч единиц. Среди заказчиков есть и крупные республиканские компании. Спрос на эти товары сейчас как никогда ощутим, поэтому часть продукции было решено передавать безвозмездно в учреждение здравоохранения региона. Собственниками нашего предприятия принято решение об оказании безвозмездной спонсорской помощи. Они решили, что 5% всей произведенной нами продукции средств индивидуальной защиты мы безвозмездно передаем в учреждение здравоохранения, которые сейчас в этом нуждаются. Уже на следующей неделе на производстве компании Нелва появится роботизированное оборудование для выпуска одноразовых масок. Оно позволит увеличить объемы выпуска этих изделий в несколько раз. Да, в сложившейся обстановке производство немного изменило вектор своей деятельности, однако не утратило то, что отличало его от других – высокое качество и особый вкус в выпуске одежды. Поэтому уже в ближайшее время дизайнеры вновь вернутся к пошиву красивых и изящных моделей одежды, вернутся в мир настоящей моды. Я думаю, что в конце мая, начале июня наша летняя коллекция тоже будет отгружено. Ну и продолжим, конечно, работу над осенними коллекциями. И, собственно, сейчас уже пора. Осенняя коллекция у нас уже была в эскизах полностью вся произведена, и даже собраны заказы на нее. Вот будем стараться. Ну, возникли трудности с заказом сырья, поскольку сырье у нас в основном европейское, и сейчас, как известно, вся Европа на карантине, есть сложности и с производством, и с логистикой, но они тоже постепенно, производства открываются, поэтому думаю, что в течение лета все это возобновится, сырье мы получим, осеннюю коллекцию произведем, ну а наши дизайнеры будут уже вскоре работать над коллекцией весна-лето 2021. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Павел Малышонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.